с вами Ева, это я, и Дима, это он. Глава называется Навахо. Извините, что я не дала вам посмотреть название, и она как-то после событий ЦРУ, скажем так, переносит сюда Джоди. Я вот не знаю. В общем-то, как вам еще подробнее объяснить, что это за глава? Ну, сейчас узнаем. Я пить хочу. Сил нет. Я тоже. И ни малейшего понятия, где мы. Так что не надо мне жизнь осложнять, ладно? Я так понимаю, это после больницы, когда она сбежала, да? Возможно. Там написано «Монументум Волли» на знаке. О, чем это... Значит? Да, это типа как «Старди Волли» или «Гризли Волли». Чё-чё, ты не обнимаешь под плечо? Да. Под локоть? Потому что... А чё ты? У тебя можно что-нибудь сделать? Охренительный. Посмотри вокруг. Он хороший, классный. О, смотри, смотри, там что-то есть. Да? Чё, он уже взорвался, блин. Далеко. Вернись, а где знак этот «Монументум Волли»? Всё, он ушёл. Это был мираж, иллюзия. Мне нельзя с вами спустить, да? Не, нельзя, я могу только по дороге идти. Я прям конкретно нажимаю направо. Опа, я думала, все, можно. Мультик от сцены, думаю, пошла. О, я пошла. Нет, не пошла. Только я пошла? Нет, не пошла. Неопределенная женщина. R1. R1. Спасибо. Ну, ты бы еще после того, как он проехал, ну, в смысле, а что, сложно было тормознуть, что ли? Видно же было мой палец, я почти по этому радиатору ему, или кому там, по решетке Бандер. Радиатора, по решетке радиатора. Ну да, пальцем провела почти. Давай еще. Давай, давай, под колесами снизу. Ну. Спасибо. Не, слушай, Джоди, оно и лучше. Я плохо управляю геймпадом, а дальнобойщики, как уже очевидно, люди довольно опасные. Кто-нибудь бы точно приключилось. Стоп, сейчас мажешь. Не-не, она сама, она не хотела обходить. Я, блин, пошла, шла налево, всё направо. Будет хорошо. Ну да. А где она вообще рюкзак-то раздобыла, если она с больницы сбежала? Где? В жопу. В горле пересохло. И в жопу. Жопа. Это слово все-таки прозвучало. О, давай. Отвяжись, Райден. Полечи меня, или там, не знаю, напои меня, водицы. Что? Тихо. О. Я говорю, дома тут рядом. Что значит что? 10 раз говорю уже. А может быть, как в Арагоне, тебе можно было бы разрыть ямку, чтобы я оттуда воды взяла? Нет, нельзя? Или как... как рейнджеры в Чили пописать в гроб. Или где? В Чили? Все нормально. В Чили. Ничего как страшного. Рейнджеры учили, говорят. А, как в Чили. Как в Чили, пописать да, Горова. Нифига себе, думаю, ты осведомлен о том, чем занимаются люди в Чили. Там о, так... смотри, собака, пойду гладить собаку. Каждый день там этим люди занимаются. Блин, а мне нравится, не нравится пустыня, мне нравится, что он сейчас будет индейцы, потому что раз Навахо, значит, что-то с индейцем по-любому связано. Не, дико живу. Тише, тише, я хотела вот просто погладить. Как ей дошли. Я хотела просто гладить собаку. Че, давай я что-то делаю. Собаки. Собаку? Погладь, разреши ее успокоить. Пс, пёс! О! Я думала, я думала тоже. Я её напугал просто. Пойдем за ней. Мы должны эту собаку гладить. Напугал пёсика, и он такой свалил. Можно его пожалеть, типа, не обращай внимания, это все мой призрак. На самом деле тебя никто здесь не тронет. Я даже не знаю, что страннее было бы. Объяснять собаке это, или что собака это должна понять. Ну тут нельзя ничего сделать. Чего такое? А, понятно, такая типа... Не, кажется, там я что-то упустила. Ну вон ты пить хотела, там, да, ну, я смотри, пить хотела. Колодец. А к лошадям можно сходить? Колодец. Да колодец, иду я, все, иду к колодцу. Я просто хочу еще и лошадок тоже. Колодец. Качай водицу. Качать водицу, чтоб напиться. Давай, качать, пить водицу. Ей! Попила. Такая на себя, короче, ведро вот надо было опрокинуть, это было бы намного пизже. Так, чего она не попила? Да она потому что помыла шею. Быть чистой намного важнее, чем быть напившейся. Горло пересохло. Это типа как, знаешь, в «Докторе Хаусе», когда женщина пришла и говорит, мол, типа, это, ваш ингалятор мне не помогает от астмы. Он говорит, а как вы брызгаете? Она показывает, что как духами. Может, чем-нибудь тебе с лошадками сделать? Подгони ко мне лошадь. Хочу лошадь. Дай мне лошадь. Лошадь. Дай мне лошадь. Лошадь, дай мне лошадь. А так, второй лошадь? Эта лошадь тоже тебя не боится. Нет. Ты, короче, вообще такой непугливый. Начни на себе, наоборот, не страшный. Ты вошел ей в череп. Откуда я выйду? Из черепа надо выйти.
Это как это из Винтура. Ой, смотри, там деревья как будто бы плавают. Такие, здорово. Из-за жары. Из-за того, что жара, да, раскаленный воздух, он такой. Это чуть-чуть позволоса тебя не было. Это тоже раскаленный воздух, понимаешь? Раскаленный. Ну-ка, ночевку, наверное, попросят. Ну, ночлежку, в смысле, ночевку. На дневку. Да это ночью же поход. Ну, вечерей. Мне кажется, самый кайф именно спать днем. Привет. Извините за вторжение. У, какой... Я просто ищу, где бы переночевать. Может, для Джози. Не для Джози. Нам нельзя. Можно я... Можно я переночую в сарае? Она уменьшила голову на три. Обещаю, утром я уйду сразу. Такой гном стучит. Говорю же, к нам нельзя. Теперь а еще вообще, знаешь, у него так все губы накрашены. Как будто у него пору на рот. Губы накрашены. Такой, типа, знаешь, блеск. В пустыне такой. Я должен быть свэг. А ты можешь переводчиком быть? Да. Он говорит, ты видишь, она маленькая. Нельзя маленьких обижать. Ладно. Ладно, заходи. Входи. Спасибо. А ты не сделал то, что я делал. А что ты делал? В душ ей можно сходить, было, пока никто не видит. По-моему. Джоди. Чуси. Я даже не видел здесь души. А может это потом. Это мои дети, Кори и Джей. Моя бабуля мать, это его дети? Шабасани. А. Это Кори и Джей. Не удивляйся, что она не ответила. Точнее, Кори и Джей, наверное. Она давно молчит. У меня какая-то психическая травма. Присоединишься? Конечно, блин, что ты спрашиваешь? Не, я спать. Да, спасибо. Я к коням пойду. Кататься. Такой, не видела двери, извините. Там нельзя пройти, если я попыталась. Сядешь, может. Не, подожди, я смотрю, куда можно идти. Домик осмотрим сначала, да, а потом уже присоединимся. Это комната моя сразу так. Прошу, блин. Садись. Смотри, он падает меня, а что они меня смотрят? Ели бы свою еду и ели, нет, блин. Надо было тогда отказываться. Следят за мной. Нельзя было выбор сделать. Мне никто не давал выбор. Какая ты простая выбор. И надо было без выбора отказываться. Картошечку. Котлеточку, точнее, да, все правильно. Я вон ту штуку хочу, лаваше. А, кукурузу, в смысле? Не, вон там, видишь? Во, вот эту, да. Это шаурма называется. Ну, что-то типа. Индейская шаурма. Три, там, 500 шаурм. О, нифига, она кусину отломила прям рукой. Это нормально вообще? Чё, как свинья? Не тряси ногой, пожалуйста. Спасибо большое. Как свинья, реально, отломила кусок. 500 тысяч претензий в секунду, ты глянь. Я тебе говорю, отломила возьми, кусок. Пей не давай. Могу, пью. Фу, они, смотри, стол вообще не протирают, там эти следы от крышек, от кофе постоянно. Фу, ненавижу, они липкие же, если они с сахаром пользуются. Ненавижу, даже так получилось. Не, серьезно, они если сахаром пользуются, то эти круги, они липкие до жопы. Деревянный стол. Такой, смотри, с недоверием на меня смотрят. А чё он на меня с недоверием смотрит? Кушай, я ему чё, блин, подложила что-то там под столом, что ли? Неизвестная женщина просто зашла в дом. А бабулю кто-то накормит вообще? Это для нас никто каждый день питается. К нам мало кто заходит. Я тоже не говорил. Куда хоть направляешься? Ну... Правда скажи. Никуда. Да так, иду, куда глаза глядят. Честно говоря, пока сама не знаю, куда хочу прийти. Ясно. Лошадки. Вы разводите лошадей? Да. Не. Мустанг. Крадёбы. Еще у нас есть чуро. Чуро? Свинки? Овцы. А, почти угадала, смотри. Шерсть продаем, молоко. Это немного, но на жизнь хватает. Ну, кукурузку хватило, вон, смотрим, на шаурму там хватает. Картошечка. А вы ведь наваха, да? Мэдина. Мэдинама. Мэдина. Это значит народ. Так, не тряси ногу, пожалуйста. Не толкай плечом, пожалуйста. Одни? Ну давай, треугольник же нажала. И ферма, похоже, единственная на всю округу. Ну, кормит, я думала, он ножом. Люди ушли в город. Здесь жить тяжело. Слышишь, там, по-моему, буря собирается. Да, слышишь, ветер прям жестко поднялся. Ой, это тот самый пес. Когда успел, да, вроде как в сараю. Мы еще не доели, алло. Эй, ребят. А, хавай больше достанется. Эй, там уже ночь. Как так-то, его я только что день. Поздно уже. Ну, это, жизнь там вечерело, я же тебе говорила, вечерело. Тебя проводят. В смысле? Подожди, я еще не доела. Там да, еще котлеткой. Даже не успел напиться. Да. А можно с собой тарелку взять? Такие херок сбежали. С собой тарелку можно взять? Не знаю, кушай давайте. Да нельзя было, только встать не нужно. Я бы пожрала, посидела. Чего там прям песочка валяться, прям пиздец вообще. Ну, совершенно... А выпусти меня на улицу.
Ты идешь? Нельзя? Серьезно, тебе нельзя? Да, нельзя. Ну, дерьмо. Это странно вообще. Можно? Ты идешь? Не, я тут. Ну, разворачивайся, пойдем, ладно. Я бы на самом деле похавала еще. Очень странно. Очень странно. Меня посадили и дали только один раз укусить. Я, значит, целый день в пути не ела там, блин, сутками. Да, мне только воды дали попить и даже мясо не дали доесть. Я откусила от шаурмы разочек. Даже ну, я не наелась. Ну, они же не просто так, видишь, что там происходит. Они резко испугались, окна закрыли. А в чем дело? И все такие, ой-ой-ой, дай спать. Там эти, как у Звездных войн, вот эти пушистики, они тоже там не пушистики, а вот эти, которые глазки светятся, они же в пустыне жили. Помнишь, кто, которые, ну, эти? Я не помню, как. Ну, они, короче, нападали на людей, если не ошибаюсь, воровали у них там все. Ну, короче, вот они нападают. Пришли, все, за едой. За овцем. За лошадкой. И за лошадками. Эротично. Эротично. А грудь у меня маленькая, кстати. Ну, у нее тело такое пацанское. Это не значит, что у нее должна быть маленькая грудь. Даже у пацанского тела бывает большая грудь. Да. Ну, знаете... Нет, не в этом смысле. Опять голову смочи. Ну, так правильно все делает. Мыться надо на ночь. Все правильно делает. Все. Почищу зубы. Она вот умывалась сейчас, как настоящий мужик. Прям вот, знаешь, как они бороду ополаскивают, мужики. Они, ну да. Я откуда мне знать? Ну, вы, господи, они, а вы. Странный народ эти мужики. Я не знаю, как они бороду ополаскивают. Очень странная ферма. Не бойся. Завтра мы будем далеко отсюда. Угу. Чего? Давай спать. Давай полетай. Ха-бла-бла. Полетай. Нельзя себе? Нет. А, у меня опять, как в детстве, короче. Когда он заставляет свои глаза закрывать. Не выходи. Что бы ни случилось. Бабульчик колдует, короче, я все поняла. Кушать на себе, почему их так мало? Настоящий труп бабули закопан под этим деревом. Да, шаман. Он тоже закопан под этим деревом. Все закопаны под этим все деревом, закопаны. И народ не ушел, да. А на самом деле сыновей, короче, у этого мужика тоже не существует, и просто он черный маг. На самом деле всех убила он собака. Он практикует вуду. И поэтому вот все боятся, короче, что она их спалит, потому что ночью они все превращаются в привидения. Черт. Понимаешь, что да? Что происходит? Давай, выбирай. Логика есть. Надо открыть эту дверь. С той стороны или с этой коррекции? Нет, можно только с этой. А, ну ты что, типа сама. Здесь ключик торчит. Шикарно, ну возвращайся ко мне. Я просто думал посмотреть здесь вот другие чего. Я пойду сейчас, короче, бабулю за черной магией заставлю. Сурень, как угадала комнату бабушки. Ну, конечно. Бабушка проснула. А дай-ка я Айда дам к ней подключу. А это что, дверь какая-то? Это твоя дверь. Айда, да, давай, иди к бабушке. Не-не-не, к бабуле. Давай налево. О! Бабуля? А-а, не спит даже, он что? Он очкует. А что он очкует-то? Чего это они все такие? А он молится. Или нет, берем просто очку. Ну, младший брат очкует прям совсем, а это так сидит. А это кто вообще? А, это внук, это левый мужик. То, что уже сидит. Просто. Никто не спит, короче, все боятся. Они прессик. Прессик? Они там, да? Вот он. Да, вот он без под стол забрался. О, мы можем пойти пожрать, никто не убрал со стола. Давай, возвращайся ко мне. Риск. Пойдем похаваем. Подожди, это кто? Бабуля, мы уже были в ее комнате. Давайте. Так. Такая ура. Все по комнатам, жрачку на телефон. А что здесь? Ну ты помнишь, кто здесь? Да, помню. Старший. Ой, я думал, тут младший. Пойди посмотришь, что там. Мы как раньше, короче. Я первая туда не иду. Сначала идешь ты. Там сарай? Ничего. А ты не можешь туда заглянуть? Почему? Че, пойдешь? Пойду, а что не пойти? Что ты здесь делаешь? Ты сказал же, сиди в комнате. Что это там было? Хураси-караси какой-то. Ложись спать. Хураси-караси. Хураси-караси. Естественно, я утром уйду, а что мне еще делать? Такой, типа, ты че, блин, сказали же? Дикая, что ли? Ну, в натуре схерали, как бы, да? Ну, она же не знала, что такое существует. Как бы схерали, она должна была следить. Да.
тупо как-то такие, типа, я просто сказал тебе, что же я сказал? Я сама себе король, я сама решаю, что я хочу делать, а то я сказал тебе. Я даже мужа своего так не слушаю. Не, не слушаю. Я сказала, не слушаю. Все, вставай. Вставай, Лорен. Ты смотришь на меня. Красиво. Красиво. О, одеться можно. А можно было в трусах играть на поле? Что? О, холодно. Хураси-караси. А он теперь знает, что он здесь, он же видел. Это знаешь, как в «Игре престолов». Да, 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 да. Мы сейчас не проспойлерили, вы все равно не понимаете, о чем мы говорим. Так что все нормально. Все нахер отсюда такое. А что, умыться-то можно? Во-первых, да, сними эти доски. Не задрали этими досками тут. Ой, все, прям ослепло, пипец, прям дневной свет. Как это, знаешь, как геймер. Ну, ты меня толкаешь очень сильно, я прям вот сюда уже почти съехала. Какая-то, как геймеры, которые, знаешь, сидят, типа, сутками дома, они выходят из темноты. Типа меня и тебя. Да нет, мы не сидим дома. Вообще. Ну, мы-то по другой причине сидим, нам как бы не уйти лишь из-за того, что у нас маленький тролль в соседней комнате. Так, заходи, у меня просто бронь печень. Там можно было что-то сделать. Там можно было что-то сделать, да. Ну, типа, на баскетболе. Бейсболист. Ну, у него майк спортивный. Ой, на бейсболист, да, точнее. Я думаю, бейсболист. Фанатея, это бейсбол. Да, он прямо, смотри, у него все в бейсболе. Зато мы будем знать, о чем с ним можно поговорить. А то он какой-то, знаешь, типа, блин, если старший и дедок с нами хотя бы разговаривают, то младший вообще нас не признает. Что-то старшие ужасное. Говорят просто. Ну. Ты выспалась? О, кто здесь? Я велел тебя не будить. О, господи, вы не уверен. Спасибо, мне это было нужно. Чё, ты сам, типа, заваривай? Чё, самообслуживание? Ни хрена себе, я думала, он будешь кофе мне сделать? Да, такой, знаешь, настоящий батя называется. Пей-пей. О, да, я. О, эти железные кружки. Дочку так возить буду по кухне. Возить? Ну да. А, ну в смысле, типа, мне тоже сделал. Бутеров, вот бутеры я буду просить ее делать постоянно. Причем не просто, знаешь, там колбасу отрезала, а что там был майонезик, листочек салатика, мой что брат был. Так любит делать. Да, правда. Да, да. Я видела, как твой брат делает бутер, а еще как он хукает за пуджан. Я прям не могу вообще. Невыносимое что-то. Так и что это? Поболтать-то можно с ним, нет? Я сама смотрю, если хочет поговорить. Такой! У него взгляд сейчас такой был. Ну, я пойду. Что, ты даже не спросишь. Ага. Что у нас, тебе неинтересно? Такая, знаешь, не без намеков, но я пойду, да? Вообще, странно у них все складывается, если честно. У нас на ферме много работы. О, сам предложил. Такой взгляд у нее теперь был, типа, ты охерел? Помочь немного. Так вы же меня выгоняли из-за того, что я карася умею. Да это мелкий. Но у тебя будет еда и ночлег. Да, дом это хороший вариант. Что скажешь? Я согласна. Можно отказаться? Да. Не, видимо, никак. Смотри, у нее губы сухие, что она не пьет, то вообще ничего. Она горло смачивает. Надо бы попить немножко, на самом деле. Рабочая одежда у Кори. А кто такой Кори? Переодевайся. Кто Кори? Я не знаю. Ну, слава богу, она сама справилась. Рабочая одежда, похоже, на молодежь. Я думала, он ест. Ну что, поработаем? Что надо сделать? Жрет овца. Неси овцам воды. Сейчас поднимется такой, иди помоги. Ну да. Блин, а можно собачку погладить на этот раз? Вот сейчас вот можно типа собачку? Какая походка, у меня пипец. Мальчишеская. Так, пёс. Здравствуйте. Справишься с водой, да? Пойду с бабушкой поговорю. Ну, бабуля такая милая, она колдует же. Эй, старая. А вдруг она меня тоже научит колдовать? Меня зовут Джоди. С ней надо дружить. И я немного поживу у вас пока. Сейчас, на секунду казалось, что она сейчас рэп начнёт читать. Меня зовут Джоди, я ничего так вроде буду жить у вас с Мавроди. Сыном и с двумя внуками. Мавроди, кстати. Тихо, она связывала что-то. Спрашивает, точнее, про вязание. Вы сами связали, спросил. Да такая что-то вроде хотела сказать, но нет. А может быть зайдено, можно переключиться, чтобы он типа не вселился и говорил? Нельзя. А прикинь, если в нее вселиться, и будет, короче, это, ну да, на коляске кататься.
Блин, это черный юмор, не смейся. Давай, включайся обратно в Джоди. Это черный юмор, говорю, нельзя на него смеяться. По трамплинам прыгать и на его лошадей. Вот как раз трамплин стоит. Лошадей оседлает. Ой, их уже три. Давай, перелази. Тебя попросили воду принести, овца. Джей. Доброе утро. А, господи, я думала, ты лошадь зовут Джей. Такая, Джей, крикни сейчас сюда. Воду овцам принесешь? Да я лошадей смотрю. Не могу. Помоги старику. Ну, там все равно чешут этих овец. Какая нахера? Принеси воду старому. Да принесу я воду. Не ему же пить, а овцам. Так что подождут. Ничего страшного. Я вон сарай чешу. Я бы никогда тебя не взял в помощники на работу. Да ладно, что такого-то? На такую. Вот так же бы ходил, лошадок рассматривал. Ну да, что? Так, ведро воды для овец. Не напоминаю. Вроде не сложно. Ну, душевая. Вроде не сложно, такая игра, знаешь, уже напоминает. Намекает, точнее, типа, ну что ты там... Ты что, не справишься, что ли? Да. Вроде, ведро, казалось бы, не сложно. Вода, овцы. Оно как бы легко. Мне вот сюда надо. Я еще хотел сказать, смотри, какое лоховское задание тебе дали для проверки твоих возможностей. Какие вы все принципиальные. Дали задание, выполняй. Не ходи по ферме, не смотри. Дверь не открывай, на карася не гляди. Ужас просто какой-то вообще. Так, ну я с этим я справлюсь, да, мы тут уже качали воду. А между прочим, вчера у тебя намного быстрее это получилось сделать. Сейчас такая прям вообще прям жмет, куда деваться. Прям не может справиться. Тогда она разок сделала, чтобы на руки плеснуть. А сейчас ей надо было ведро воды. Она в ведро плеснула. Ведро там просто стояло. Она себе на руки плеснула и вытерла горло. А сейчас ей надо было ведро воды налить. О, Мали, можно было забраться с ведром прыгнуть вниз. Я бы так и сделала, если бы была маленькая и была бы на ферме, серьезно. Мне кажется, именно поэтому я никогда не была на ферме. Или если бы была, меня бы не просили давать совсем воду. Ты останешься? Ой, я отстань, не хочу с тобой разговаривать. Клево? В смысле, еще одна пара. Спасибо, Джоди. А? Перебил такой. Притащи сено из сарая. А еще что сделать? Я тебе что, блин, я на волка, что ли, похожа? Все работают, и ты работай. В смысле? Останешься, работы много на ферме. И что, сено платить? Таскать? Пускай мужики таскают сено. А ты что делать будешь? С бабушкой сидеть, разговаривать, лошадок смотреть? Да. Отличная работа. Да. А вон, иди давай работай. Овечку можно потрогать? Кушать хочешь, работай. Нельзя овечку потрогать. Овечка. Смотри, оп-оп-оп-оп, обогнала. Я пижу уже. Ну так он же индейец, все индейцы с косичками ходят. А все русские пьют водку и на медведях катаются. Это сейчас так. Тише, Миш, не сердись. Киш-миш, ты сказал? Тише, тише, Миш, не сердись. Ну, слышь, киш-миш. О, давай, сбрось меня. В другую сторону, огонь наш. Куда ты, Айден? Один тюк, не надо сразу тащить всю кучу. Я тебе один тюк и сбросил. Че тупая, что ли? Ну ничего, смотри на силачку. Они уже кушают, между прочим. Да, меня, между прочим, даже никто не позвал. Ты только ведро воды налила. И что? Охренительная я работа. Я обработалась уже вся, меня никто даже они не позвал. Они уже проснулись с 6 утра, наверное. Да это не мои проблемы. Они, обед? Между прочим, через всю пустыню не шли. Иду, сейчас только здесь закончу. Да бросай прям вот обед тут этот. Обед только проснулась. Мне не поужинать не дали, не позавтракать не разбудили, понимаешь? Еще и обеда лишают, иди, говорит, сено таскай. И мужик еще этот ходит, оглядывается меня постоянно, не спиздила я тут что на его ферме. Куда мне класть это сраное сено? Ему положи что-то? Где-нибудь. Спасибо, Джоди. Пора обедать. Иди к ребятам, начинайте без меня. А вы? Попозже. Last of Us. Я еще не закончил. Ладно, Джоэл, что ли? Да. О-о-о. Блин, я такой Джоэл теперь соскучилась. Посмотри, здесь ничего с овечками нельзя сделать. Топнуть классы, не знаю. Сама работает осталась. Ну, он, видишь, кофе сидел, пил, пока все работали. Так что он отрабатывает свои часы. Ну, отрабатывает. Ты-то он работал, пока он сидел, кофе пил. Да. Садись. Ага. Ага. А бабуля, что, опять никто не кормит? Ей вчера один кусок мяса дали, она так и живет у них. Шаверма, я думала. Ферма. У нас тут много работы. Да. Ага. Набрать и лошади. На мне это чура. Это сейчас двусмысленно. А на отце считай и все остальное. А на мне что будет? На Вахо. Не, Шимасани. Правда, что ваша бабушка молчит уже много лет? Да. Отец говорил, она молчит со дня смерти прабабки. Прошло лет 30. Неплохо. Такая неразговорчивая, да. Ночью я открыла дверь. Сама себе кушать не даешь. Болтуй. Что-то увидела. Снаружи точно кто-то был. Лошадь.
Я не знаю, о чем ты. Да, 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 конечно. Тебе приснилось. Это губы чаще красить. Такое вообще. А мертвые овцы? Тебе приснилось, такая, ах, вы овцы. Овцы, да-да-да. Котец же жрал, мы подошли, он как раз там голову услышал. Да, буря. Вышли из загона и задохнулись в песке. Да, поэтому там дырка в животе. Ты всегда такая любопытная. Только когда дело касается призрака, дебил. Я не понимаю, да. Да? А если я тебя начну допрашивать? Давай. Откуда ты пришла? Что здесь делаешь? Слышь, Чайдена позову. Или пса на тебя натравлю твоего. Держи свои секреты при себе. И не задавай вопросов. Дерзкий, что ли? Конечно. Извини, дерзкий. Мне надо работать. Обтекает сидит теперь. Не чего думаю. Не ответил? Она в прямом смысле слова обтекает, здесь же жарко. Чего ответить им дальше? Не обижайся, Джоди. Он только с виду такой злой. Он, кстати, выглядит старше, чем тот. Да. Именно на лицо. На тело, да, младше. На лицо старше. И голосом старше. Пора за работу, а то отец рассердится. Увидимся. В общем, не доел. Чуть отец рассердится, никто не дожрал даже особо. Бабуля вообще голодная осталась. И пес голодает. Молодец, Джоди. Да все нормально. В смысле, молодец, Джоди, ты вчера призрака сраного увидела. На тебя все кричали, типа, дверь закрою, спать ложись. Эй, вам еще что-то нужно? Нет. Но, может, ребятам нужна помощь? Ладно, спрошу. Тогда если я пойду к мелкому. Большой, потому что очень, когда, короче, разговаривать, плюется много. Не хочу помады. С ним разговаривать. Да, помады. Тебе помочь, Кори? Да, вроде нет. Только смотрел на меня. Может, там Джею надо помочь? Да, давай. Откуда ты знаешь-то? Даже не в курсе. Фу, овечье молоко, наверное, дико невкусное. Кто-нибудь пил когда-нибудь овечье молоко? Я. Ты пил овечье молоко? Да, оно ужасно невкусное. Серьезно? Да. А козье молоко? И козье невкусное. Мне не нравится. Нет, козье молоко я с сахаром пила. Мне не нравится. Мне козий сыр нравится. Я козье молоко пила с сахаром, а это было довольно вкусно. Все равно, что кефир с сахаром пить. Пойду как Джей. А кто делал? Айла Хэйо. Да он и делал. Айла Хэйо. Гордый и упрямый. Не хочет быть как все. О, ты сейчас с помощью Айдена сможешь смотреть. В смысле, я с помощью Айдена смогу его смотреть. Имела дело с лошадьми? Конечно. Имела лошадей в деле. Ну, вперед. Его зовут Айден. Ашки. 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 А почему такое тупое имя? Я хочу свое придумать. Почему мне не дали назвать лошадь? Ну, по лицу же видно. Ашки. Я вот увижу такую лошадь. А мы, кстати, подходили к Ашке вчера. Ашки. И сейчас нельзя ничего сделать. Ну, вернись ко мне обратно. Ашечка. Змеина, давай, Гарри Поттер. Ашечка, ашечка. Ничего нельзя? Ашечка. Все, вернись ко мне. Ашечка, ашмалаш. Да лошадь думает, вот тупая, что она осматривается постоянно. Ну, ашки. Не так уж и страшно, а? Кто там сейчас жует сейчас? Лошадь жует траву. Я ведь тебе нравлюсь. Эй, Айден. Хочешь покататься верхом? Хочу. А, такая, смотри, считерила. Ты теперь мой конь. Отведи его в загон. Ну, ты лошадку управляешь. Я хочу управлять лошадкой. Я хочу... Я тоже хочу быть коняшкой, лошадкой. Хочу иметь копыта. Хочу иметь копыта. Ну, блин, это круто быть лошадью сейчас в игре. Я тоже хочу. Тоже хочу. Давай, вернись ко мне. Как это ты? У всех свои секреты. Съел. Выкусил. А я в тебе. Как это, ему как это делается? Вот так вот, да? Типа, смотри. Как это так делается? Если хочешь помыться, душ за сараем. Камеры приготовили. Девочки, вперед. Да, хорошо. А к коням можно вернуться? Я бы покаталась на лошадке. Я бы... Вот ты бы сделала лошадь с собой, и я бы покаталась на ней. Было бы здорово. Ну, конечно же, нет. Мы идем просто мыться. Очень грустно. Ну, я говорю, он камеры расставил уже, все. Можно в душ приглашать.
Ненавижу эти души лилии. Они отвратительные. Они просто отвратительные. Почему? Потому что там, как правило, застоявшаяся вода, которая воняет тухлыми яйцами. Ну да. А еще чуть-чуть помоешь, и вода сразу холодная становится. Ну, да. Отвратный летний душ. Класс. Ненавижу. Умыться в холодных яйцах. Ой, это ужасно. В тухлых холодных яйцах. Я вот сейчас в своих горячих, вонючих, потных яйцах моюсь. Фу, Дима. За компьютером сижу просто и моюсь. Там карась, что ли, сзади? Карась? Или гремучая змея? Похоже... А, да. Сори. Точно, карась! Привет. Вот это я бы просто охерел сейчас. Да, я бы тоже. Просто кончился бы нахер. Краун. Это ворон. Ворона, хотел сказать. Все, что ли? Ну, призрак какой, извращенец. Дождался момента. Короче, а потом как припустил, и знаете что? Больше его не видели. Припустил. Все это он припустил. Так, все, ну что. О, у меня джойстик вибрирует. Короче, видим, там у них маленькое землетрясение. А у него вот этот линия на щеке, это типа как разрезано? Я говорю, шрам, да. Опять начинается. Все, пора спать. Ну, пора спать. Читаешь мысли прям. Что происходит? Смотри, пытается такая в доверие втереться. Иди в комнату, Джоди. Блин, почему никто не рассказывает, что за бред? Что бы ни случилось. Так выйди уже. Вы же знаете, что вы уже. Не хочу, чтобы ты пострадала. Ой, ну... Чёрт, да в чем дело, Пол? Что происходит? Иди в свою комнату. Ты тут как не поможешь. Нет, знаешь, если бы он был с внешностью Джоэла, я бы сейчас труханула. У меня прям очко бы сжалось. А вот индейца у старого я не боюсь. Я пошла. Старого индейца. Всё. Самое интересное, что за ней в этот раз они дверь не закрыли, смотри. За мной даже никто не следит. В прошлый раз она 500 замков открыла. Да. А сейчас такая, о, нет. И за мной никто не следит. Я еще раз напоминаю. Камера расставлена. О, нифига, класс. Обалдеть. А почему у них каждую ночь песчаная буря? Это типичная ситуация для пустыни. Наверное, реально пойду к овцам и типа буду их это защищать. Обнимешь их и будешь греться от них. Будем спать вместе с овцами. Тут загон для лошадей. Это овцы. А лошади там. А, ну да, точно. О, вон что, за каменем надо лететь. Нихера себе. Пустынька непростая. О, бля! А, они гонят его наоборот. Я думала, этот призрак типа на нас нападает, а они защищают, да, наоборот. Да, защищают. Значит, каждую ночь они вот так вот на защиту дома. А если они проиграют? Кому не поможет, то, что они там с ним. Коней, он типа, вот кто жрал наших овец, а почему он так аккуратно и жрал, тогда непонятно. Значит, он не жрал, но попадали. Ой-ой-ой, бежим, ты чё? Давай. Ой, блин, какого хрена? А, да, я успел зайти. Давай. Молодец, чё, смотри. Ни хрена не вижу. Он дал чё? Ты вообще, смотри, жжёшь, блин. Туалет закрыл. Я в домике. Оу! Оу, блин! Задел немножко. Молодец! Стрёмно! Очень! Блин, представляю. Я нажала! Айден поможет? Айдена нельзя включить. Я пыталась уже, треугольник нажимала. Думаю, сейчас ты решишь все мои проблемы, короче. А нет. Вот и не раз. Нифига. А если бы меня прижало, что было бы? Не знаю. Все, конец игры. Джоди мертв. Был бы Джоди мертв. А что у него за маленькие ручки какие-то дегенератские? Очень глупые маленькие ручки. Непонятно. А? Непонятно. Но он типа из песка что-то делает. Из песка. Да он что-то как-то немножко из камня даже походит. Он схавает меня? Айден! Айден, помоги мне! Давай. Защитное поле типа мне сделаешь? Не знаю, о, точно, смотри, защитное поле делаешь. Офигеть! Мыльный пузырь делаешь. Я
Я думал, он сейчас захочет съесть тебя. Пришли на защиту. Это ты позвал их, наверное? Вообще они всегда рядом были, только они что-то такие... Смотрим, стоят. Не, ты их позвал. Да нет, они тут были. Видишь, это имеется. На ваху. Это... Карба. Отряд Карба. Элитный отряд Карба. Караси. Джоди. Элитный отряд подразделения Карба. Джоди, я же велел не выходить. Ты сейчас чуть не погибла. Да неужели? Что происходит? Я думаю, что произошло. Что это такое? Я что тебе говорил? Теперь не отмажешься. А у нее голос как у этой. Скажите мне правду. Вы должны сказать мне правду. Просто глаза. Девочки. Нет. Это яйцо. Хочет крови. Яйцо хочет крови. Тут я первый тысячу раз проходил эту игру. Нельзя драться с духом. Как нельзя, может, когда у тебя есть... Яйцо, которое хочет крови. Он приходит за чем-то. Мне даже не стыдно. Не может быть, за бабулей, потому что бабуля подозрительная вообще. Может, ему нужно второе яйцо? Яйца не подтяжка. Не смешно, о чем мне теперь делать. Помнишь меня, Ашки? Мы ведь друзья. Друзья, ты не будешь против, если я сяду тебе на спину, да? Так, давай, лази. Ну, я лази. Что-то у меня джойстик очень плохо работает. Ну, пипец. И весь пыли, наверное, потому что... Как бы убедить его пойти вперед? Ну, как тебе, Ашки? Вроде получается. Ну, я у него узнаю твой секрет. Я сейчас на равнину, где пасутся чура. Ты со мной? Ладно. Тогда вперёд! Я! Ты едешь. Ура! Мы жаль, в игре скакать на лошадках. Это просто самое лучшее, что можно придумать. Скакать на лошадках! Ты-т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 ы
оставил просто права. Супер, потому что я хочу удлинить свой путь максимально, как это возможно. Вообще, блин, она как-то неправильно едет на самом деле. Она сейчас так отобьет себе все просто. Неправильно. В кактус, на? Нет, объехала. Сама, причем я реально в кактус ехала, она сама объехала его. Это здорово. Это здорово. А если я поехала бы на камень, она его перепрыгнула? Ну, попробуй в эту сторону. Сейчас. Нет. Нельзя его гладить? Я думал, можно будет немножечко повзаимодействовать с Ашки. Это знаешь, я вот сейчас играю в игру Eternal Winter, и там вроде можно взаимодействовать с Хаски, которые у меня в упряжке, но в то же время нельзя. Это так тупо, блин, потому что ты не можешь их гладить. Ты можешь их кормить, но не можешь их гладить. Вот у тебя бара для взаимодействия. Ну это же не лошадка. Я понимаю, это больная тема. Но мне нужно знать, что случилось ночью. Пол знал этого духа. Это ведь уже не в первый раз. Яйцо всегда был здесь. Он крадет души по ночам. Старики говорили... Абель! Проклятие, живущих на этой земле. А те призраки вокруг дома? Ты знаешь, кто это? Отец говорит, что наше племя всегда защищали пять духов. По ночам они отгоняют от нас яйца. Не знаю, верить ли, но яйца до сих пор не проник в дом. А теперь ответь ты на мой вопрос. Что на самом деле привело тебя в пустыню? Типа, ты как будто тоже... бежишь от чего-то. Можно было сделать моральный выбор, наверное. Ладно, говори, он честно говорит, я скажу честно. Я пытаюсь забыть. Начать новую жизнь. Наверное, он хотел конкретики. Бегу от самой себя. Конкретика. Это не конкретика. Это просто прочитает. Абе! Почему никто не идет на Абе? Овца уже там вся измучилась. Я...
Где? 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 Тебе башняк, а и аши индереш ин. Он как странно говорит. Это папа. Вода пропала, видно что-то с колодцем. На обратном пути проверю. И я могу туда сгонять? А, вряд ли ты знаешь, что делать. Сделаю, что смогу. Где колодец? А, он там. Его легко Сушу найти. Опять. Там мельница. Хорошо. Обе! Ладно, давай. Уже другая. Обе! Где? Обе! Все, мы на этом серию заканчиваем, ребят. Всем большое спасибо и всем пока. С вами были Ева и Дима. Увидимся в другой серии. Пока, ребят. Обе!